Здорово, друзья! Сегодня у нас будет игра в скваде Full 6 впервые, как говорится, в этом сезоне. С вас, конечно, хочу попросить поставить лайк, подписаться на канал, ну и в комментариях пишите, как быстро вы смогли апнуть свою первую Full 6 в этом сезоне. В принципе, у меня это был первый день, поэтому ничего такого, думаю, в этом плохого нету. Это даже отлично. А, ты опять остался где-то там? Я же уже в воду спрыгнул за камень. Ладно, окей. А что там делал в такое время? Я всегда там бегу. А это крючка. Я могу поднять. Так, а у меня метка есть? А, понимаю. Это читак? Понимаю, он сквозь воду шьет. Я же байки даю. Это читак. А, классно. Офигенно. Он сквозь воду видит из-за того, что у него телефон. Ну, это уже понимаю тогда. Он знал то, что походу я приду и лежал там в травушке, муравушке. А вот вопрос, где он сейчас лежит? ХЗ. Ну сейчас сверху. А, да, прям да, там... перед вами на склоне за камешком. А, вон пометки, да, понял? Да, я на второго переключился, и у меня текстурки пропали. Попробуем. Пойдемте, пачка, запушим. Сейчас фигак всех положит. Пойма здоровая у него. Хм. Я уже на грозе. Че, под воду что ли или как? Под воду ушел. Да. Крючок, ну, софтер. Под водой я не особо вижу. Тоже не вижу. Ну я говорю софт. Второй, чекни меня. Пока он еще закрысит так это. Да, он сейчас вылезет в любой момент. Да, когда нас же прижимать будут, как раз самое то. С тебя броник 6. Кайф. И шлем. Места нет для шлема. Понимаю. Мне из типов так не сыпят. С меня. Под водой нигде не видишь? Нет, не вижу. Рядом с собой не вижу. Заберите просто шлем, исчез. Пожалуйста. Я не могу забрать шлем. Она давно уже под мостом, наверное, сидит. Это какой-то голый. Одного, по крайней мере, снял. Это шестерка, если что, была. Нет, это голый. О, подо мной плавает. Нет, кто меня убил? А, то у тебя, который шестерка? Да, к этому берегу плывет. Ног. Вот этот тебя убил? На кулак, можно его на кулак? Под водой? Да, это он меня убил. Выхожу в лобби. У меня двое упор. Западня была. Да, я все перестали. чекал. Где второй? А, лежал. Я нокнул. Да, я нокнул. Еще откуда-то стреляли. Да, последний голый где-то остался. Андрей, стой, включи все. Ой, кто-то включит все вообще. Разрешаю тебе подняться. Не, ну это скам, это же обман. Да, я так Америку вышку вывел. Ну мы настолько не будем плохими ребятами. Это нечестно. Ну когда же скакить, так уже да, не надо. Только откуда? С глушителя с СКС, короче. Ну что-то типа вон там. Молодец. СКС какая-то тема. Ну, сейчас она типа улучшенная, возможно, прям тащит. А может нет. А кстати, насчет МКшки. Это не СЛР случайно? А я не понял, может быть СЛР? Ну вроде СКС. СКС, да. А, кстати, МКшку не пофиксили. Андрей, прям перед тобой. О, фига. А, он в траве. Фига себе. Нормально, у меня две шли головы дал. Можете меня толбануть? А, это с моего броника. Оставь себе пока свинцовку, потом мне в следующем бою. Наверное, нормально так. Это вот случайно, это случайно не он был? По-моему, он. Потому что он молчит. Что случилось? Может быть, тысяча зеленых. Под наружку прикидывался. Может, специально под наружку прикидывался. Да, фиг знает. У каски бакал, видите ли. Потом зашел такой. Ну, типа, вот он как будто бы, знаешь, долго так бежал. Во, граники валяются. Нормально. Понял. Это приманка. Кто-то, видать, этот с босса что-то ценное выбил.
Что граник поменял? Босс на горе. Ну, второй может тебе мою радку скинуть, но ты мне ее вернешь. У меня всего две радки. Ну, у меня много радок было вроде. Сейчас не знаю. Я могу тебе, дядька, дать. С первого поднял. Что, тут хотя бы не крысят? По-моему, капли. Нет, знаешь, в метро меня только один раз крысили. Катки, меня постоянно. Вообще каждый день, каждый раз, каждую катку. У тебя просто люди играют такие, что они очень хотят лута. Очень. Так, по одной лучше не идти, а плотину мне не дали. Андрей, вернешь мне плотину? У меня их всего две. Ну, если я сейчас ее не потеряю, то, может быть, верну. Патроны. Не подбирайте патрончик, это обман. Обычные. Да по цвету понятно, что обычные. Идет или пет полевой? Я скажу. Шестерка. А по моей никто не идет. Да. Че, слушайте, вы рано начали стрелять, по-моему. Очень рано. Слишком близко подошел. Ой. Два шестака. Но не у тебя, не у тебя. Обойди их в спину обойди. Да ну, там долго. Они идут уже. Там долго. Я отползаю. Угу. Могу смог дать. Пинговывает. Не надо, они граники начнут плевать. Идет. Андрей, упор у них. Нафиг, отпор. Marked a location. Андрей, вылетай просто. Да сейчас я так аккуратно буду. Угу, все. Не, вылетать не надо, я чисто так тихонечко, знаешь, теплочком. Красный, розовый. Ага, с моего только чуть-чуть радки выпало. О, разрывок много, кстати. Феник, у тебя красный. Вот, о, АМР стальная, офига себе, с розового, ничего себе, с этого броня шестая, ух ты. Так мне вообще, получается, не повезло. Почему тебе не повезло? А мне не повезло. Нет, типа, там-то хоть что-то выпало, а мне-то что-то не особо. 600 тысяч вынес, ничего себе, нормально. Богатый буду. Ух ты, сюрприз. У меня упор был. Фига, он начал стрелять, когда не видно было никого. Крутой, блин. Вот это граник, вот это граник. А чё, где враг? А. Извините, протупил. А чё, просто меток накидали, что-то куда-то смотреть надо было. Я чекну и пойду поднимать. Шлем. Ну, я так-то, если честно, застилил килл, я ему 2000 дал буквально. В руку. Я ему потому что много дал. Я сначала не понял, где он. Я просто не думал, что... Я думал, типа, он за деревом, за камнем, он оказался в чистом поле. Типа, окей. Нет, ты понимаешь, я думаю, на том, на той стороне прицелился, смотрю, где он. Не вижу. А он, ну, слушайте, сразу, это уже были шестерки, это уже что-то. Я говорю, у меня тут одни шестерки да пятаки ходят. Вон два красных, сейчас красный. Ой-ой-ой, чел бежит. Что-то уже близко. Да, вот где-то. Ну, чуть-чуть дальше. В метро забежал. Блин, чуть-чуть не забрал так-то. Намок ведь мог. Ну, он, короче, да. Он через глаз залетел. Там еще типы идут. Ну, кстати, да. А там файт. Андрей, пошли лучше на файт, чем на этого. Думаешь? Чего. Вон там уже нас чекают. Да. Через траву ног дал, через кусты. Крутой. Поддержка? Ого, теперь пишется, что поддержка, кайф. Хедшот. Не, ну теперь прикольно. Я в сыве, я в сыве. Не ожидал то, что там будут крысить. Что-то они там прям нормально сидят.
меня еще яркость на минималке стоит. Они на камнях сидят. Двое, трое, походу, потому что нос дали, а трое изгранника еще стоял. Воу. Еще и гора приперлась. Есть мок? Нет вообще. А что, гору не видно? Алло. Это, возможно, метроха вылезла. Ой. Это гора. Это. Да, теплак тут, конечно, не зарешал. Очень, очень опасное положение. Но они уже близко, очень близко. Watch out. Нас один. Фига. Во-во-во-во, вот это да. Куда он стреляет? А, в упоре. А чё, никто не сказал? Я просто провтыкал. Я просто провтыкал упор. Бывает. На ошибках. А, что-то далеко там. А ты, кстати, ног там давал, типа, или у нас? Там. А, да? Ладно. Ты пингуешь, по-моему, да? Все, пацаны, удачи, спасибо за игру. Там еще пачка шестерок, кстати. А может, и не надо? Ой, ну это слишком. Это слишком упор. Зря в престол входил, наверное. Ну ладно, что, отобрали? Ну, только шлем с рюкзака. Фига, откуда блять, начали стрелять? Понимаю. А где метка была? Упачка. Куда? Там. И те камни. Да уж. Да ну нафиг! Да чё такое? В смысле? Это фул вообще. У меня с трех. Вообще кайф, да? Чисто с рожка начали зажимать, с упора начали зажимать, и оттуда вообще... Не, знаешь, по-моему, много этих ВХ-шников стало. Да-да-да-да-да. Так и есть. Очень много чуваков, которые с ВХ гоняют. Они сразу на людей бегут и типа вообще пофигу. Нет, ты понимаешь, просто я как обычно убиваю склад, еще один, поэтому знаешь, не так, чтобы спереди, сбоку, а именно упор, вот сколько. Да, вообще, я что-то в последнее время с МКшки попасть, это ну, не мое явно. Добей сразу. Че он там сидит? Ой, этих забрал, круто. Хотя бы так. Хотя бы что-то сделал. Ну, нормально. А чё он на меня смотрел, типа, этот, не видел? Ну, не стрелял, по крайней мере. Может, по кнопке промазал. На раз три он промазал тогда. Ну, скажет, о, дядя. И, кстати, когда этот микрофон случайно багал, чисто, постоянно такой, типа. Ух ты, фига этого. Ребята, вы чё? Давайте жить дружно, а? Ну, я так-то вру, на самом деле. Что-то не особо их видно. Я надеюсь, то, что с меня ни броник, ни МКшка не выпало. Мне этого очень мало. А покупать не хочу, 8 лямов осталось из-за тебя. 8 лямов? У меня 20 тысяч. Откуда они стреляли? Мне еще... ХЗ, я сам не понял. Я же без наушников сейчас. А, даже так? А, они уже там. Чё, как они? Тут кто? Броник. Два броника. Да. Кто это такие вообще? ХЗ. А, я понял, кто это такие. Я понял, кто их задушил. Там что-то бегает, по-моему. Ответ из броника перетащи на свой получше. Радики там. Да, вот радик и сумочка. Пойди тех залутай и можешь валить, в принципе. Мне кажется, это такая прям идея.
Я видел, просто там кто-то обходил, они... вроде как. Ну, типа, видно было. Не, знаешь, они сейчас так под шумок зафайтятся, а ты так подлутаешься. И как раз таки встречусь с ними, со всеми прямо. Не, у нас выходы далеко. Отсюда. Я просто видел, кто-то бежал там и по мне палили. Ну, мало ли, он там сидит. Нет, они, по-моему, все вон там слева сидят. А чё, у меня цвета нету? Нет, тоже нет. Они сейчас почему-то пропадают. Воу-воу, фига! Он уже здесь, фига. Ну, понимаю, понимаю. И с меня сняли шлем, броню, рюкзак. Кайфово, конечно. Не, ну, с врагов, я скажу, не столько снимают. Я, блин, еще и шестой рюкзак брал с собой, вроде бы. Ужас. Итак, друзья, на этом мы завершим видос, какой можно сделать с этого итог. Шестерок много, играть, в принципе, уже можно, но не факт, что все играют честно. Конечно, здесь фиг поймешь, что если чел играет с ВХ, то, ну, ты его никак не отличишь. Только вот весь прикол, что он пришел тебя закрывать, а не ты его. И, в принципе, могут иметься только какие-то подозрения. В принципе, на этом мы закончим, потому что довольно много вещей сняли. А на запись играть, как вы знаете, не очень уж и легко. Поэтому легче будет продолжить без нее и уже попадать врагов немного лучше. А может быть даже и намного. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк, не болейте. Также, если вам нужны вещи по метрошке, ссылка будет в самой первой описании. Мой магазин. Это, если что, Телеграм. Ну и увидимся завтра. Пока.